Это наша земля. И это наша руда. Из земли, как и из труда людей, происходят плоды. Чтобы их получить, необходимо прикладывать максимум усилий, иметь целеустремленность и твердый характер. Такой, как у горняков и металлургов нашего комбината. Комбинат «КМА-Руда», входящий в промышленно-металлургический холдинг, крупнейшее предприятие России по добыче железной руды подземным способом. Предприятие входит в топ-10 российских производителей железорудного концентрата и расположено в городе Губкин Белгородской области. В 2018 году комбинату «КМА-Руда» исполняется 65 лет. В 1919 году была создана специальная комиссия Академии наук СССР под руководством Ивана Михайловича Губкина по исследованию Курской магнитной аномалии. В апреле 1933-го бригада Алексея Малыгина отбила первые куски богатой руды на глубине 95 метров, подтвердив тем самым реальность промышленных запасов нового мирового железорудного бассейна. Но сразу наладить добычу в промышленных масштабах на руднике не получилось. Помешала война. После оккупации во время Великой Отечественной войны начались восстановительные работы. В 1952 году были введены в строй рудник по добыче кварцитов, а также обогатительные и агломерационные фабрики. С 1953 года начался отчет работы комбината «КМА-Руда». Создание комбината имело огромное значение для экономического развития всего центрального Черноземья. Комбинат «КМА-Руда» стал градообразующим для Губкина, который в 1955 году получил статус города. Успех первого предприятия «КМА» убедил руководство страны в необходимости дальнейшего развития бассейна. После «КМА-Руды» здесь заработали Лебединский, Стойлинский, Михайловские горнообогатительные комбинаты и Яковлевский рудник. Так сформировалась одна из крупнейших в мире металлургических баз. Комбинат «КМА-Руда» интересен не только своей историей, но и используемыми технологиями. Добытая руда отправляется на обогатительную фабрику, где происходит разделение полезного компонента и пустой породы, которая в виде пульпы по системе трубопроводов закачивается обратно в выработанное пространство шахты. «КМА-Руда» — единственное в мире железорудное предприятие, которое использует технологию гидрозакладки отходов в отработанные камеры шахты. Использование этой технологии позволяет решать сразу несколько задач. Отказаться от создания неэкологичных отвалов на земле и ликвидировать подземные пустоты, что значительно повышает безопасность работы шахты. Комбинат «КМА-Руда» получил сертификаты соответствия требованиям стандартов экологического менеджмента, менеджмента качества и промышленной безопасности. Сегодня комбинат работает над проектом по увеличению годовой мощности добычи руды с 4,8 до 7 миллионов тонн. Начало добычи на новых горизонтах шахты запланировано на 2019 год. Для их переработки будет построена новая дробильно-обогатительная фабрика. Увеличение производственных мощностей на комбинате «КМА-Руда» позволит закрыть потребности в железорудном концентрате основного потребителя – Тула-Чермета. Это еще один шаг ПМХ на пути увеличения обеспеченности собственным сырьем. Предприятия – это люди. Где бы мы ни работали, глубоко под землей или на поверхности, управляя сложными механизмами и внедряя самые современные технологии, мы остаемся людьми, патриотами, друзьями, родителями и детьми. Мы ценим наших ветеранов, тех,
кто научил нас ремеслу, тех, кто долгие годы трудился на благо Родины и комбината. Мы растим наших детей с любовью к труду и уважением к старшим. Мы создаем рабочие династии, которые намного крепче скалистых пород. Мы те, кто добывают металл.